Лучшего по профессии слесаря-сантехника выбирали в четверг в областном центре. В конкурсе приняли участие монтажники санитарно-технических систем ЖКХ, предприятий со всего региона. Цель этого ежегодного состязания работников с золотыми руками – популяризировать, в том числе и среди молодежи, эту специальность. Помимо теоретических знаний, члены жюри оценивают непосредственно практические задания, где конкурсанты должны продемонстрировать все свои умения. И сварка, и сборка полипропилен, если вы видите, даже электрогазосварка, и, соответственно, потом опрессовывание этой системы, которая показывает, как правильно сделал ли он, и соответствует ли тому уровню, который мы предложили вот как участникам соревнований.